Всем привет! Сегодня в очередной раз мы увидим продолжение строительства развязки на Ново-Садовой Советской Армии, строительство нашего огромного путепровода нового в Самаре и единственного, наверное, подобного размера будет. Итак, мы сейчас смотрим небольшую панораму Самары, видим Волгу, ледовую обстановку на Волге. У нас лед начинает уже таять. И по многих местах, за городом даже уже льда нет. Сейчас мы будем подлетать к развязке и увидим все этапы строительства. Попрошу вас подписаться на новый канал в Яндекс.Дзене. Ссылка будет в описании в связи с возможным отключением YouTube в России. Как вы знаете, недавно YouTube перестал показывать, точнее Google перестал показывать на YouTube рекламу. И вполне возможно, что и сам YouTube будет заблокирован. Поэтому переходите по ссылке, чтобы не потеряться. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Так, мы сверху сейчас видим нашу развязку всю, во всей красе. Мы подлетаем к современнику и смотрим, какие изменения произошли у нас за это время. Как мы помним, что у нас в данном месте делается подпорная такая стена со стороны рельсов трамвайных, со стороны современника для съезда автомобилей, чтобы не было никакой нагрузки, соответственно, на рельсы и на современник. И мы видим, что частично здесь сняли уже пленку. Строители называют это тепляк. Вот и здесь уже тоже работы 8 марта. Съемка производилась, как мы видим, что рабочие даже в этот праздничный день работают. Мы видим, стоят баллоны с газом, как раз для подогрева бетонных конструкций. И мы видим, что вся вот эта вот бетонная, так сказать, подпорная стена у нас, ее загидроизолировали. Видите, черным цветом. Прошлую нашу съемку этого не было. То есть выполнили гидроизоляцию. И мы сейчас наблюдаем первые наши два пролета, которые сделали, и возможно, что их уже, так сказать, подготовили для будущей дороги. Как мы видим, что, ну, по крайней мере, снег сейчас закрывает, что закрыты все щели между балками. Возможно, что их уже закрыли. Когда растает снег, будет видно, что там под ним. Сейчас мы пролетели, вот, кстати, уже тоже в пленке теплоизолирующей. Была опора справа. Неделю назад еще только начинали ее делать. Сейчас, видимо, уже залили бетоном. Подлетаем к следующим опорам. Здесь тоже была в пленке. Вот третья опора. Сейчас ее уже убрали. То есть бетон уже встал. И она у нас уже готова. Также следующая, также третья опора была у нас в пленке. Сейчас мы видим, что сняли все, осталось только опалубку снять. И, в принципе, тоже эта опора у нас готова. Теперь подлетаем к Советской Армии. Здесь у нас активно делаются две опоры. Слева, вот, которую сейчас под пленкой тепляк, только начинали ее делать, вообще даже не было. Сейчас уже ее подняли, видимо, залили уже. Она под теплоизолирующей пленкой. И справа сняли пленку. Здесь уже часть, понимаю, залили бетоном, вот где опалубка у нас стоит. И скоро поставят опалубку для заливки. Это вот оголовка опоры. Вот как мы видим, что здесь уже бетон внизу. Пересекаем Советскую Армию. Смотрим у нас далее, что происходит. Мы видим здесь 4 опоры. И вторая опора у нас... Одели опалубку для заливки оголовка. Далее у нас также низ пленки. В прошлый раз полностью левая сторона была в пленке. Сейчас ее сняли. Видимо, там какие-то сейчас работы проводятся. Может быть, частично тоже бетон залили. Также видим, что... Я думаю, что через неделю здесь уже будет все сделано. Подготовка под установки балок. Работники сейчас как раз
доделывают здесь что-то, видим. Даже в такой праздничный день достаточно много людей на стройке заняты работами. Видите, кран подает, как видим, запчасти различные, опалубку в основном. Здесь мы видим, что первая опора у нас в прошлый раз как раз ее собирались залить бетоном. Сейчас она уже залита. Видим, что она готова. Здесь у нас собрали справа леса. Уже идет подготовка к установке армокаркасов. Здесь также у нас правая сторона вся закрыта. Там залили бетон. Достаточно меньше недели прошло. И уже много изменений. То есть мы видим, несколько дней буквально проходит, и все уже слева, справа тоже закрыто все. Все забетонировано у нас. И здесь вот эта опора без изменений. Прошлую схемку она была такой же. Пока здесь ничего не делается. Но она, видимо, уже готова для приема балок. Пролетаем над несколькими пролетами, сделанными уже. Здесь пока тоже у нас никаких изменений нет. В таком вот виде прям уже можно представить, как здесь едут машины. Конечно, интересно, когда появляется уже очертание дороги, это очень необычно. Не так давно смотрел недавно кадры свои, снятые там год назад. Вообще здесь ничего еще не было. Так интересно, сейчас уже столько сделано. Итак, подлетаем к апельсину. Здесь также левая сторона у нас подпенка, пока не открыли ее. Стоит кран в этом же месте, чуть-чуть сдвинулся. И здесь также у нас делают большие работы земляные, делают так же, как и около современника. Съезд для машин, подпорные стенки около дома и около апельсина. Мы видим, что здесь вот эта часть была под пленкой. Сейчас ее все сняли и уже здесь готовая бетонная конструкция. Слева мы видим, это фундамент под такую же конструкцию. Разрушили оголовки этих фундаментных опор для связи с этой бетонной плитой, бетонной конструкцией. И мы видим, как близко все это производится от дома жилого. То есть там буквально 15 метров, наверное, не более. 10-15 метров, ну 15. Прям впритык к дому. Все это очень близко. Сейчас посмотрим там далее тоже. Прошлую съемку мы видели еще там какие-то земляные работы, не совсем понятно было. Здесь уже у нас залитая бетонная плита. И еще готовят армокаркас, насколько видно, для подзаливки. И далее также мы видим фундаментная опора, которую также сейчас, наверное, как раз разрушают для связи уже с бетонной плитой, с опорой. Такие у нас работы произошли за неделю. Сейчас мы быстро еще пролетим, камеру вертикально вниз направлю, немножко необычный ракурс, быстро пролетим над всей стройкой, посмотрим еще раз. Всем, кто досмотрел видео, большое спасибо. Всем пока-пока, до следующего видео.